Уникальную коллекцию елочных игрушек и открыток из прошлого представили в Могилевском краеведческом музее. Всего почти 2000 экспонатов, начиная от 40-х годов. Сохранились игрушки из стекла и прессованной ваты, расписанные вручную. На фоне огромных кремлевских шаров первое послевоенное украшение из картона и миниатюрные елки, чтобы уместились в тесных коммунальных квартирах. Герои любимых сказок, животный мир, знаковые события истории – все это нашло отражение в новогодних убранствах. Полетел человек в космос, и новогодняя индустрия выпустила целую серию елочных игрушек на космическую тематику. Это и космонавты, и спутники, и ракеты. В хрущевскую эпоху были популярны елочные игрушки на сельскохозяйственную тематику. Ну и, конечно же, была представлена царица полей кукуруза. Здесь же новогодняя история в открытках. Коллекцию 10 лет собирала жительница Бобруйска Галина Жук. Пока это самое масштабное частное собрание Беларуси. Проникнуться волшебством можно до 20 января.